На сегодняшней встрече с сенаторами в подмосковном Новоогареве Владимир Путин поддержал инициативу главы комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса обязать граждан сообщать властным органам о наличии двойного гражданства. Сенатор также высказался за то, что необходимо ввести уголовную ответственность за сокрытие второго гражданства. Владимир Путин поддержал эту интересную инициативу, правда, порекомендовал, я цитирую, не перестараться, так как, продолжение цитаты, ответственность не должна быть чрезмерной, хотя, конечно, такая ответственность должна быть. И продолжаю цитировать президента, самое главное, чтобы мы фиксировали это состояние двойного гражданства, а ответственность, это вы подумайте вместе с депутатами Государственной Думы и с правительством, сказал Путин, конец цитаты. Кому в итоге будет грозить эта ответственность за сокрытие двойного гражданства, разбиралась Альбина Кириллова. Таня, Миша, добрый вечер. Действительно, сегодня в Новоогарёво президент Путин сказал, что считает, нужно фиксировать тех россиян, у кого есть второе гражданство. Мы вполне должны и имеем право знать, кто живет в России и чем занимается, сказал глава государства на встрече с членами Совета Палаты Совета Федерации. А далее инициативу продолжил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и предложил ввести в законодательство норму, по которой граждане, имеющие паспорта других государств, должны уведомлять об этом власти Российской Федерации. По его мнению, за сокрытие факта иного гражданства нужно установить уголовную ответственность в виде исправительных работ. Конец цитаты. Сейчас в Конституции России у граждан есть возможность иметь гражданство другого государства, паспорт другого государства в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина пока не запрещает второе гражданство, но теперь о том, что вы обладаете еще одним паспортом другого государства, вам необходимо сообщить в государственные органы. В случае, если вы решите сокрыть, соответственно, вас ждет уголовная ответственность. Вот я поговорила с Владимиром Познером. Он является одним из самых известных обладателей нескольких паспортов. У него он является гражданином США, а также Франции. Я поговорила с ним о том, как он относится к такой инициативе. Я, например, не скрываю, что у меня их три. Я об этом говорю публично. И я не понимаю, почему это надо скрывать, это что? Видимо, есть причина, чтобы скрывать, что ли. Вот если скажут, что наличие второго гражданства, или, не дай бог, третьего, что в этом есть что-то вот такое, я бы, конечно, по этому поводу высказался. В Америке, если вы родились с американским гражданством, то обращение за другим гражданством автоматически вас лишает американского гражданства. Это написано в американском паспорте. Так что вообще власть всегда знает, что у вас есть второе гражданство, как минимум. Иначе не, просто физически невозможно. Или вы специально это скрываете для чего-то. Ну, тогда не совсем понятно, почему вы это скрываете. Также Владимир Познер еще сказал, что саму инициативу по поводу уголовной ответственности, о том, что планируется ввести ответственность такой, как исправительные работы, он сказал, что не хочет комментировать такие глупости и прокомментировал только непосредственно то, что сказал Владимир Путин. Вот сейчас же все-таки те, кто имеет двойное гражданство и живет в Российской Федерации, если в случае, если его поймают, такого человека, за правонарушение, то наказание этот человек с двойным гражданством будет нести все равно, как гражданин Российской Федерации. Таня. Спасибо, Альбина. Альбина Кириллова о том, зачем вводить учет россиян с двойным гражданством. Одну секунду, еще наши зрители, Миша, спрашивают, почему ты не в фирменной футболке телеканала «Дождь»? Нет, это, я спрошу у Миши. Они возмущены. Да, это упущение, которое мы постараемся компенсировать. Идем дальше.